Новости робототехники номер 49, апрель 2024. Привет, каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники и выбираю самые интересные. Подписывайтесь, чтобы следить за развитием технологий. В сегодняшней подборке. Робот показал навыки в боксе. Появился экзоскелет по доступной цене. Новый гуманоид способен учиться и наблюдать. Робот показал навыки в боксе. Хотя этот робот и не создавался для работы на ринге, но с помощью бокса можно проверить его силу, скорость и ловкость, которые будут использоваться для широкого круга полезных задач. А в совокупности с известным фильмом «Живая сталь» все проекты робоспорта выглядят перспективными и живописными. Из реальных достижений робототехники в спорте, не считая шахмат, роботы стали быстрее человека в гонках дронов, о чем рассказывалось в предыдущих выпусках новостей. Компании IHMC Robotics и Broadwalk Robotics представили гуманоидного робота Надя, который отличается широким диапазоном движений и точным копированием жестов оператора. Этот андроид имеет конечности из углеродного волокна, оборудованные сложной системой двигателей и суставов, позволяющих плавно двигаться и участвовать в боксерских тренировках. Робот Надя обладает широкой степенью свободы, что делает его эффективным в различных ситуациях, где требуется гибкость и маневренность. Его применение в опасных местах может спасти жизни людей и упростить выполнение сложных задач. Кроме того, робот станет важным инструментом в различных отраслях, включая медицину, науку и инженерные исследования. Новый андроид – это еще больше конкуренции на рынке, что приближает приход технокоммунизма. Появился экзоскелет по доступной цене. Компания Huratex разработала инновационный экзоскелет H-Flex, предназначенный для помощи в реабилитации. Этот легкий и простой в использовании роботизированный комплекс обеспечивает дополнительную поддержку для восстановления движений и равновесия у пациентов в процессе реабилитации. H-Flex отличается компактным размером, легкостью использования и адаптируемостью под индивидуальные особенности. Благодаря этому он может быть эффективно применен для реабилитации различных категорий пациентов с разными потребностями. Технология экзоскелета, а также его доступная цена делают его перспективным инструментом в медицинской и военной сферах. Также он может применяться в работе спасателей. Новая версия автономного ресторана. В Калифорнии анонсировано открытие ресторана, где весь процесс обслуживания будет автоматизирован. Клиенты смогут заказать еду через терминал и наблюдать, как роботы Флиппи готовят картошку фри, гриль и бургеры. Ресторан располагается рядом с обычной бургерной, где работают живые люди, чтобы в случае сбоя роботов поесть в традиционном месте, а заодно сравнить конкурентные отличия. По словам представителя компании Misa Robotics, этот ресторан является единственным в мире, где весь процесс, начиная от заказа и заканчивая приготовлением, полностью автоматизирован. Это результат совместной работы различных технологий, что делает его самым автономным рестораном, к созданию которого привели многолетние исследования. Новости об автономных кофейнях и ресторанах уже появлялись на протяжении трех последних лет. Калифорнийская же версия является самой лаконичной и продвинутой на сегодняшний день. Робот-курьер научился подниматься по лестнице. Компания Mobbin, входящая в состав Hyundai, представила на выставке CES24 инновационного бота-курьера, оснащенного колесами, способными изменять форму. Это позволяет роботу не только легко преодолевать бордюры и мелкие препятствия, но и без труда подниматься по лестнице. Применение такой технологии открывает перспективы для повседневной жизни, облегчая доставку товаров и посылок в места, куда ранее было затруднительно добраться. Колесные или гусеничные роботы-курьеры ограничены в стандартном городе множеством параметров, включая даже высокие тротуары. А ходящие ногами андроиды пока слишком дорогие и ненадежны. Решение с гибкими колесами, умеющими приспосабливаться к различным поверхностям, делает такого робота универсальным и эффективным в использовании. Новый гуманоид способен учиться и наблюдать. Компания Figure продемонстрировала своего гуманоидного робота, который теперь способен приготовить кофе без человеческой помощи после изучения видеолекций.
Этот автономный робот ростом 170 см обладает навыками выполнять широкий спектр манипуляций, включая тяжелые и деликатные задачи, такие как работа на складах и в производстве, а также приготовление напитков. Прогресс компании в области обучения роботов новым возможностям за короткие сроки открывает перспективы для массовой автоматизации в различных отраслях. Это интересно и полезно, поскольку такие роботы могут значительно увеличить эффективность и точность процессов в производстве, складском хозяйстве и обслуживании. Также, в принципе, появление новых навыков и новых моделей андроидных роботов всегда приветствую, приближая нас к упомянутой ранее утопии технокоммунизма. Если раньше новости о новых андроидах появлялись хорошо, если раз в месяц, то теперь их стало намного больше, рисуя обнадеживающую картину. Это были основные новости робототехники за апрель 2024. Самое важное о роботах, новости и обзоры размещены на сайте anthony.org. Посмотрите все выпуски, чтобы узнать о главных событиях робототехники последних 3 лет.